Марсели и Экс-Ан-Прованс понедельника снова живут без ресторанов и баров. Там введен мягкий двухнедельный карантин. Работники ресторанного бизнеса перекрыли один из марсельских туннелей в знак протеста против, как они считают, слишком строгих мер в борьбе с эпидемией. В то же время французское правительство представило план бюджета на 2021 год, в котором предусмотрена дополнительная помощь потерявшим доход компаниям. Мы также собираемся укрепить фонд солидарности, который принес пользу более 1,5 миллионам компаний и включал в себя более 6 миллиардов евро государственных расходов. Ситуация во французских больницах далека от весенних показателей, но власти и медики делают все, чтобы быть готовыми ко второй волне эпидемии. Откладываются несущественные курсы лечения, в том числе несрочные операции, и стационаров выписывают выздоравливающих пациентов. Правительство Франции запустило так называемый «белый план» по увеличению потенциала больниц для приема пациентов с COVID-19. В стране в настоящий момент госпитализировано около 6 тысяч заболевших. Более 1000 из них находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии. Мы сейчас очень далеки от потенциала Франции, который составляет около 15 тысяч коек, оборудованных аппаратами ИВЛ. Но власти говорят, что они не хотят рисковать и хотят убедиться в том, что готовы к удару второй волны по стране.